Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов посетили Звенигородскую школу номер 1. В рамках всероссийской просветительской акции «Новые знания» они провели встречи с учениками 9 и 11 классов. Участники обсудили, что нужно делать для того, чтобы достичь успеха в спорте и бизнесе. Также в мероприятии приняли участие местные активисты «Единой России» в рамках текущей работы по реализации проекта «Новая школа».